Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие. Сегодня хочу провести видео небольшое, показать платье размера 50, 52, 54, 56 в шифоне, что у нас есть. Простите меня, немножко я приболевшая, поэтому немного гундосю, ну как есть. Так, ну что, начну вот с этого платья. Посмотрите, какое шикарное платье на мне надето. Черное, цветочек идет. Я 1,67 м ростом, напоминаю. Нижний воланчик этого платья перешит к подкладе. Подклада очень хорошего качества. Сверху шифончик. И вот такая вот, вот такой здесь интересный рукав идет. Рукав, видите, встречающиеся две половинки. Любая ручка поместится, какой бы полноты она у вас ни была. И внизу вот так вот завязывается этот рукавчик. Можно повязать повыше. За счет вот такой вот комбинации рукава ручка показывается более тонкая, потому что она не вся видна. Видите, как бы очень аккуратная рука получается. Очень симпатичное платье. Есть в разных расцветках. На мне вы видите черный с белым цветы. Есть вот такой вот черный цветы с синим. Покажу сзади, кстати. Вот видите, сзади тоже вот V-образный вырез, обратите внимание. И завязано. Сейчас покажу на себе, как это выглядит. Я бы рекомендовала, честно говоря, на более низкий рост, потому что мне вот как бы, ну, чуть-чуть бы подлиннее, вот, а я 1,67 м, девочки, имейте в виду. Платье предполагает за собой в талии свободно, животик скроет любой. Черный с синим, я вам показала, цвет очень красивый. Белый в горошек цвет, шикарный. И шикарного кроя этого, это платье вот в таком вот красивейшем шифоне. Синяя основа и сверху вот такой вот разнотравие, очень красивые одуванчики. Прямо весна-весна, очень классно. Следующее платье, следующий фасон, про который я хочу вам показать и рассказать. Это вот это платье, обожаю его, оно просто шикарное, девочки. Посмотрите, какое оно красивое. Трехъярусное, каждый ярус пришит к подкладе. Обратите внимание, очень тоненькая, невесомая ткань, играет. Шифон здесь вообще супер, просто отличного качества. Эластан 5%, вискоза 40%, полиэстер 55%, кто интересуется составом. Но если я даже где-то состав забуду сказать, девочки, ну у вас ничего не мешает написать мне и спросить состав. Я как бы не скрываю никогда состав. Рукавчик. Рукавчик, посмотрите, какой. Локоточек будет прикрывать, но при этом здесь есть вот такие вот разрезики. И дышать будет. Воздух будет туда-сюда ходить. И в то же время ваша полная рука не будет такой полной уж казаться. Посмотрите, какая прелесть. И сзади эти же воланчики. Отлично скрывает все недостатки. Шикарное просто платье. Просто супер. Цена платья и предыдущего, и этого 3600 рублей. Размер из 50, как я сказала, по 56. Покажу сейчас еще в другой ткани эту же модель. Ребят, 2 секунды. Вот они у меня где висят. Есть еще вот в таком вот белом цвете. И есть вот в таком вот мятном цвете. Очень красивые платья, сидят просто восхитительно. Два моих любимейших платья. Эти вот потрясающие, очень красивые. Рукав укороченный, чуть выше локотка. Отрезные. На резиночке. Сверху с наплывом, обратите внимание. Полностью на подкладе. Размеры идут с 50 по 56, но платье маломерное и подходит на невысокий рост. Где-то на 1,65 м на рост. Платье очень красивое, до 65 вообще супер. Сзади просто однотонное, а впереди вот это накат. Вот такие вот накат, боже мой, вот такие вот лепесточки, выложенные камушками очень красивыми. Следующее платье, которое я вам хочу показать, тоже мое любимейшее, свободного кроя. Вот такой вот рукавчик на резиночке. Черная основа и вот такая вот синяя основа. Свободный крой, причем свободный крой начинается с груди у этого платья. Вверх круглый вырез, стоечка, воротник завязывается бантиком. Вот такая вот
Вот так вот завязывается бантиком. Самое главное в этом платье пройти в плечах. Остальное все идет свободно. Поэтому если мы в плечах садимся в пройме, то можно даже брать размером поменьше. С 50 по 56 размер. На подкладе шифон хорошего качества. Сердечки на темно-синем фоне. И сердечки на черном фоне. Следующее платье, которое вам хочу показать. Это вот такая вот классика. Такого камуфляжного зеленого цвета, но при этом здесь такие вот звериные оттенки, здесь смешан тигриный оттенок со змеиной кожей, очень красиво смотрится. Шифон на невысокий рост, 100 сантиметров длина платья, круглый вырез воротника и вот такой вот рукавчик. Цена такого платья 3300 рублей. Напоминаю условия доставки. Говорю я цены с доставкой, но доставку мы оплачиваем в полной мере только при вашей 100% предоплате. Если не доверяете, у нас есть условия и для тех людей, которые не доверяют, боятся мошенников. 10% предоплаты, остальное все при получении, но не забывайте за доставку, вы тоже возьмете на себя расходы. Почему? Объясняю. Гораздо нам дешевле, во-первых, нам гораздо выгоднее деньги получить раньше, чтобы впустить их в оборот, это первое. Второе, чем ждать, когда они придут, когда вы посылку получите. Второе, у нас меньше рисков, мы понимаем, что вы ответственный человек, и вы посылку получите. Третье, почему как бы мы просим так и это. Третье, нам обходится дешевле тогда отослать вам, и мы как вам делаем как скидку тем самым, что оплачиваем вам доставку до вас. Поэтому, ребят, и вам выгодно, и нам выгодно. Вот такое вот красивое платье, черное, цветное. Размеры 46, 48, 50, 52, 54 до 56. Единственное, девочка, обратите внимание, оно светится сверху. Так что, кто не хочет светиться, пожалуйста, имейте это в виду. Платье короткое еще, к тому же. Поэтому не обижайтесь, девочки. Ну, как бы, мне спасибо никто не сказал из вас. Все, наоборот, еще когда я звоню, возмущаюсь, мне говорят, а что я сделала такого? Вы поставили меня, вы мне убытки принесли. Вы ничего такого не сделали, вы мне принесли убытки просто-напросто своими действиями. Ну, таких мало, слава богу. В основном все нормальные, приличные люди. Так, вот такое платье, девочки. Очень красивое. Здесь безумная расцветка просто. Посмотрите. Такая вот бежевая основа и такие красивые лепесточки. Вот, цена платья такого 3300 рублей, размеры с 50 по 56. Тем более, вы же видите, что мы как бы не, ну, у нас адекватные цены. Я посмотрела, кстати, многие, которые жалуются, мне говорят, у вас цены дорогие. Ребят, ну не устраивая цены, идите в другом месте покупайте. Я смотрю, почем другие продают. Гораздо дороже. Товар такого же качества. Вот такое платье, ребят. 3450 рублей стоит. Розы на голубом фоне. Размеры с 50 по 56. 99 сантиметров длина платья. Любимейшее платье, любимейший ваш фасон. Это вот такой вот на кулисочке. Длина платья 120 сантиметров. V-образный вырез воротника. Полностью пуговица до талии расстегивается. Талия слегка приподнята. Ну, в зависимости от роста. На какой рост, конечно. Кулиска затягивается, можно затянуть и сделать просто там как бы себе талию подчеркнуть, как хотите. Очень удобное. Расширение идет прямо вот отсюда, с 50 по 56 размер. Но 56 размер настолько большой, что в принципе подходит и на 58-60. Самое главное пройти в пройме и в плечах. Многие знают, проблема такая у многих, что в пройме вот здесь вот они маленькие, вот здесь вот как бы в плечах они маленькие, допустим, грудь большая очень сильно, или там животик большой, бедра большие, любые бедра здесь поместятся. Очень шикарное платье, любая грудь, самое главное пройти в плечах и в пройме. Вот такая расцветка. Она же, этот фасон есть, кстати, 58, 60, 62, 64. Вот такая расцветка. Но, правда, черных осталось немного. По-моему, до 52 и 54. Вот два последних размера. Но в любом случае она пока есть. Вот эта расцветка шикарная. Очень красивая. С розовыми лепестками. Такой на темно-синем фоне.
И на черном фоне вот такие вот благородные розы. Очень красивое платье. На подкладе сидит великолепно. Размеры с 50 по 56. Следующее платье, которое хочу вам показать, это вот такое вот платье. Это новиночка. Я его показываю сейчас первый раз. Цена платья всего лишь 3000 рублей. Коротенький рукавчик на запах. Талия на резиночке приподнятая. Полностью на подкладе, на хэбэшной, классного качества. И что здесь еще есть классного? Здесь есть секретик, ребят. Вот многие знают, что вот здесь вот эта вот часть, она зачастую раскрывается. Посмотрите, здесь какой секретик. Здесь есть потайная пуговичка, которая вам не даст вот это вот раскрыться. Вот этой части. Никогда у вас здесь ничего в этом платье лишнего не покажет. Короткий рукав на резиночке. Очень хорошее качество. Качество пошива, качество ткани. Так что жду, быстрее разбирайте, пока есть все размеры с 50 по 56. И вот такой вот в черной ткани, это же модель. Длина платья 115 сантиметров примерно. Если кому-то надо четкий замер, пожалуйста, напишите, сделаю четкий замер. Шикарное тоже мною любимое платье. Вообще уже несколько сезонов это платье у нас в топе. Отрезное на резинке яркого цвета. Рукав реглан, обратите внимание, укороченный. Сделан здесь рюши на краю. Полностью на подкладе. Очень красивое, классное. Цвет яркий. Естественно, эти в комплекте с поясом, чтобы прикрыть вот эту вот часть. Сидит великолепно. Вот есть вот в таком вот цвете и есть вот в таком вот белом цвете. Так, девочки, кто любит продемонстрировать грудь и вообще этого не стесняется, пожалуйста, вот за таким шикарным нежным платьем. На запах, на резиночке. Рукавчик укороченный тоже на резинке. Нежная ткань такая шелковая. Здесь идет еще поясочек. Есть вот в таком вот цвете. Есть вот в таком вот зеленом цвете. Я их специально показала, хотя здесь показывала шифоновое платье, потому что есть еще вот в таком вот шикарном синем шифоновое платье в синем цвете. Цена этого платья сейчас всего лишь 2580 рублей. Размеры с 50 по 56. Ну все, ребят, жду ваших заказов. Прошу прощения за мои эмоциональные высказывания. Вот, в основном люди все нормальные. Но встречаются люди тоже разные. Буду ждать ваших заказов. Всегда ваша Тамара.